ситуация для государств-членов ЕС с топливом, будет ухудшаться с приближением холодного времени года. А разрешить вопрос будет сложнее из-за Китая, который также заинтересован в покупке больших объемов энергоресурсов из РФ. Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна, или холодная зима в Азии, станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен, указано в статье американской газеты. Обозреватель WSJ убежден, что ухудшение уровня жизни в Европе приведет к тому, что поддержка Украины ослабнет, а в некоторых странах ЕС и вовсе к власти придут правительства, которые разрушат западную коалицию в этом вопросе. Поэтому, по словам аналитиков, европейцы начнут голосовать своими пустеющими кошельками. Ранее мы писали о том, что в ЕС был согласован чрезвычайный план, предусматривающий снижение потребления газа в каждой страны Союза на 15%.